я здесь благодаря человеку, который поддержал меня, как морально, так и финансово. Сегодняшний концерт состоялся тоже благодаря ему. Директор Центра искусств Симун по имени Логан Ли. Спасибо. У меня был дорогой мне человек. Ее звали Минсара. Она была очень талантливой. Я хочу воплотить ее мечту в жизнь. Поэтому Центр искусств Симун продолжит воспитывать новых музыкантов и будет поддерживать их. Выйдя на сцену, я сразу же вспомнила об одном человеке. Конечно, о своей маме. Сегодня у нее тоже годовщина. Моя мама была сильной женщиной. Ради меня она пошла бы на все. Руна, ты сможешь. Ты собираешься сдаться? Я не уверена, что смогу. Руна, не забывай, у тебя лучший голос. Никто никогда не сможет спеть, как ты. Сейчас я хочу исполнить любимое произведение моей мамы.